Как предотвратить чрезвычайные ситуации в период подготовки к проведению новогодних праздников? Этот вопрос обсудили в администрации. Представители различных ведомств и структур отчитались перед главой о своей готовности к возможным нештатным случаям. Обеспечение пожарной безопасности в новогодний период – один из главных аспектов. Так, отдел надзорной деятельности проведет внеплановые проверки объектов праздничных мероприятий. Кроме того, люберецкие пожарные будут дежурить во время проведения гуляний и начнут работать в усиленном режиме. 19 ноября проведены тренировочные занятия по эвакуации людей на объекты с массовым пребыванием людей в городском округе Люберцы. В данном мероприятии было задействовано 184 объекта. Учитывая, что десятки людей получают травмы и увечья при запуске пиротехники, при этом тяга населения к салютам и фейерверкам не ослабевает, необходимо обратить внимание на состояние объектов, хранящих и реализующих пиротехническую продукцию. Кроме того, спасатели позаботятся о безопасности населения на водных объектах. Усиление к праздничным мероприятиям ждет и диспетчерские службы, а также аварийные бригады городского округа. Этому блоку работы власти уделят особое внимание. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.